Скандал с венгерским евродепутатом Йозефом Сайером оставил у его соотечественников совсем иное впечатление, нежели это описывают близкие к правительству венгерские СМИ. Таковы результаты опроса, проведенного нашими венгерскими коллегами. На вопрос, как бы вы описали произошедшее в Брюсселе на основании новостных репортажей оттуда, 69% ответили, что это сексуальная оргия с наркотиками, и только 2% сочли правду утверждение самого Сайера о том, что это была просто домашняя вечеринка. На вопрос, по вашему мнению, что самое предусудительное в деле Йозефа Сайера, 65% заявили, что он действовал вразрез с ценностями Конституции, которые сам же и продвигал. Нарушение карантинного режима в вину евродепутату поставили только 5% опрошенных, а именно это считают единственным нарушением с его стороны проправительственные венгерские СМИ. В любом случае, скандал уже стоил Сайеру и кресло евродепутата, и место в правящей венгерской партии Фидес. Он стоял у истоков этого движения и считается одним из ближайших советников премьер-министра Виктора Орбана.